праздник, их работа. В Доме культуры Станицы Северской прошло торжественное мероприятие для всех, кто каждый день дарит людям радость и хорошее настроение. Работники сферы культуры района, дополнительного образования, преподаватели Краснодарского краевого колледжа культуры и участники многочисленных творческих коллективов своим неиссякаемым вдохновением и верным служением искусству наполняют яркими красками любой день жизни муниципалитета. На этот раз небольшой концерт организовали именно для них. За многолетний вклад в сохранение и приумножение народных традиций поблагодарили ветеранов сферы. Многих из присутствующих наградили почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края и главы Северского района, дипломами лауреатов различных фестивалей и конкурсов.